Михайло Лисенко також прокоментував позов, що з ним звернулися до суду активісти. Представники громадських організацій «Сейв Дніпро» і платформи «Громадський контроль» вважають реконструкцію вулиці Яворницького і площі Шевченка незаконною. Зокрема, обурені тим, що спиляли здорові дерева. Точно такой же суд, помните, был по Короленко. Чем он закончился? Ничем не закончился. Это какие-то там, я не знаю, там циклопы, которые хотят сделать какую-то там, привлечь к себе какое-то абсолютное внимание. Подождите, позовов до суду еще будет больше. Скоро выборы начнутся. Я думаю, позовов до суду в августе месяце тут пачками их будете смотреть.